Анапа пришла на помощь пострадавшему от наводнения Туапсинскому району. По поручению мэра Анапы в поселок Небук направлена делегация, которую возглавил вице-мэр Артем Моисеев. В ее состав вошли начальник управления гражданской обороны и защиты населения Алексей Кишкинов, сотрудники мэрии, спасатели, члены хуторских казачьих обществ, активисты молодой гвардии. Все они с раннего утра работают на месте. Вода почти ушла, но на придомовых территориях и улицах много илистой породы, которую очищают лопатами и техникой. Также из Анапы доставляют питьевую воду. Делегация Анапы работает на территории, где расположены 7 многоквартирных домов. В них 135 квартир, в которых проживает более 400 человек. В настоящий момент уже очищена территория на площади 1000 квадратных метров. Вывезено 80 кубометров мусора. Работа продолжается. Также оказывается помощь в эвакуации автомобилей, попавших под подтопление.